Всем привет, с вами Клуб ДНС. Вы получаете удовольствие от вещей с ненужными и бессмысленными функциями. А теперь представьте, на рынке представлено огромное количество комплектующих. И на раз, два, три вы можете собрать компьютер с функциями, которые вы использовать не будете вообще никогда. И, естественно, переплатите за фишки такого устройства. Представили? Сегодня поговорим об ошибках и мифах при выборе материнской платы. Мы вам подскажем, как выбрать материнскую плату для повседневного использования и не промахнуться с ее выбором. Ошибка номер один – сокет и поддержка процессора. В первую очередь нужно обратить внимание на сокет. Он имеет несколько разновидностей, в связи с чем покупка несовместимых материнской платы и процессора – это весьма распространенное явление. Чемпионом по ошибке при выборе материнской платы является сокет от Intel версии 1151. По факту процессор второй версии подойдет по размеру к плате 1151, но вместе они просто не запустятся. Это разные разъемы и они несовместимы. Перепутали, ошиблись с сокетом, придется снова тратить время на выбор новой платы со всеми вытекающими последствиями. Обращайте внимание на прошивку BIOS, возможно, его потребуется обновить для корректной работы с вашим процессором. Актуально это для AMD плат на сокете AM4, которые вышли раньше самого процессора. На сайте производителя вы найдете информацию, какие модели процессоров поддерживает ваша материнская плата и какая прошивка требуется для конкретной модели. Следующая ошибка или очень популярный миф – топовый процессор на бюджетной материнской плате будет работать в полсилы. Производители гарантируют полную совместимость и производительность каждой материнской платы с процессорами, которые указаны в спецификации на официальном сайте производителя. Если вы решили взять довольно мощный процессор, а особых требований к материнской плате и ее функционалу у вас нет, то смело выбирайте плату в среднем или бюджетном сегменте. Цена отличается не сильно, а разницы в данном случае вообще нет. Третья ошибка. Самая хорошая плата – это дорогая плата. На самом деле материнская плата не важна, поэтому берите самую дешевую. Самая важная часть платы – это чипсет. Можно сказать, это непризнанное сердце компьютера. От чипсета зависят все составные части ПК, их скорость, возможности, наличие и количество как внутренних, так и внешних интерфейсов подключения. На сайте производителя можно найти полное описание всех характеристик материнской платы. Материнские платы разделяются на три типа. Топовые платы имеют возможность разгона оперативной памяти, процессора и видеокарты. Часто оснащены подсветкой элементов платы и большим количеством интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. По сравнению со средним сегментом плат, имеют увеличенное количество фаз питания процессора. Данные типы плат отлично сочетаются с процессорами с индексом K, то есть со снятой защитой от повышения тактовой частоты. Пример топовых чипсетов для разгона – AMD X399, X470, X570 и Intel X99, Z390, Z490, X299. Однако Z490 еще не появился в продажах, поэтому ждем с нетерпением. А что средний ценовой сегмент? Они аналогично топовым могут разгонять железо. Есть решения с большим разнообразием разъемов подключения и световым оформлением. Пример чипсета для среднего класса – Intel B360, B365, B250, H170 и AMD B450, B350. В бюджетных платах поддержка разгона отсутствует. Минимум портов и простота оформления платы. Бюджетные платы для тех, кто не гонится за красотой и увеличением тактовой частоты путем разгона. Довольно много решений без охлаждения и цепей питания процессора. Примеры простых чипсетов Intel H110, H310, A58, A55, A300 и AMD A320, B350. Выбирайте плату для определенных целей. И помните, материнская плата не влияет на FPS. Ошибка 4. Больше, лучше или, как говорят, на вырост. Богатый набор функций материнской платы, в том числе разгон оперативной памяти и процессора, нужен далеко не каждому. По статистике, менее 10% покупателей используют возможности железа для разгона. Не стоит брать топовую материнскую плату с кучей разъемов, если вам нужно всего 8 USB-портов. В этом случае приобретите USB-концентратор или пару выносных планок USB, а сэкономленные деньги вложите в оперативную память или процессор. Дорогая материнская плата окажется бессмысленной покупкой в том случае, если вы будете использовать компьютер только для работы с офисными программами, а разгонять железо даже не планируете. Ошибка 5. Форм-фактор платы и производитель. Не стоит забывать про размеры материнской платы. К примеру, в простой офисный ПК материнская плата размера ATX попросту не встанет.
А даже если поместится, то перекроет отверстие для кабель-менеджмента, тем самым создаст беспорядок из внутренних коммуникаций в системном блоке. Сначала определитесь с материнской платой и остальными комплектующими, потом подберите подходящий корпус системного блока, а не наоборот. Для стабильной работы вашего будущего компьютера лучше приобретать комплектующие от известных производителей. Конкуренция в этой нише рынка очень жесткая, а занятые позиции никто не желает терять. Известные и популярные бренды делают ставку на качество и надежность своих продуктов. Изучите рейтинг лучших материнских плат или выберите производителя, основываясь на отзывах реальных покупателей, например, на сайте DNS. Как только вы определились с маркой, переходите к изучению основных характеристик, чтобы подобрать наиболее оптимальное решение для вашего компьютера. Если у вас остались вопросы, кликайте сюда. Ну а на этом у нас все. Выбирайте железо правильно. С вами был Клуб ДНС. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, прожимайте колокольчик. Всем пока!